Ну, потому что это фарс. И когда в стране происходит то, что происходит сегодня, то, что коллеги называли Майдан, то, что коллега назвал Одесса, то, что назвали около Верховного Совета. Вот эти все... Сначала Шокина было там, снайпер, помните, его расстреливал. Потом на Геращенко было покушение. Сейчас будет то на Зорина, потом будет на Шкиряка еще покушение. Посмеемся. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит... Посмотрите. Происходило, это все находится в компетенции Генеральной прокуратуры, расследования. За это время поменялось 3 генеральных прокурора. К этим генеральным прокурорам существует большое количество вопросов. Почему много людей, которые должны были ответить за совершенные ими преступления, просто вышли от этого, уехали куда-то, отошли от этого, к судьям вопросы. То есть вопросы надо задать предыдущим 3 прокурорам, они вели все эти дела. Почему таким образом это вело? К ним нет вопросов. Но у нынешних генпрокурора. Вопрос нужно задать, например, министру, который... У нас есть министр внутренних дел, который не меняется с того периода, в котором в подчинении которого находится главное следственное управление. Кирилл, а вот Тарас вспомнил заявление Князева. Первое, человек оставит главой нацполиции, первое его заявление, уровень преступности не снизится. Я скажу Тарасу... А нелогичный вопрос ли можно задать следующий? Зачем вы тогда идете на этот курс? Я не всегда могу с Тарасом согласиться, потому что уровень преступности... К сожалению, от нового главы полиции не зависит. От нового главы полиции зависит раскрываемость. Угу. От нового главы полиции зависит профилактика. Сама преступность в стране, это не от него. Наказание, к сожалению, в стране складывается такая ситуация. Но раскрываемость и вызовы, которые бросает сегодня ситуация в стране, на них надо отвечать. Конечно, это лучше уже, чем грузинская учительница, которая с такими глазами стояла бы и не понимала вообще, где она находится.